Покушение на журналиста. Накануне поздно вечером в городе Авидиополь Одесской области злоумышленники напали на главреда одного из местных интернет-изданий Романа Варшанидзе. Преступники поджидали его возле дома и начали жестоко избивать железными битами. Остановились только после того, как к подъезду подошел сосед журналиста. Злоумышленники спешно скрылись на автомобиле, но во время нападения один из них потерял брелок с ключами от машины с указанием номерных знаков. Благодаря этому троих налетчиков и удалось задержать. Сейчас в полиции выясняют, кто мог быть заказчиком нападения. Сам Роман Варшанидзе связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Говорит, его последние статьи посвящены нелегальным карьерам по добыче камня в районе. Особи трех злоумисників встановлены. Это жители міста Чорноморська. За данным фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 прим. Это погроза або насильство щодо журналіста. Думаю, что раз уже они переходят такую грань, то это говорит о том, что мы серьезно мешаем многим людям, которым не нравится, когда мы пресекаем их незаконную деятельность.